собираясь провести свой почти двухнедельный отпуск в Болгарии, чтобы поближе познакомиться с этой страной с помощью наших горных велосипедов, а там, где непроезжаемые пешочком, мы не подозревали, насколько правильно и точно был сделан наш случайный выбор, насколько красиво, разнообразно, заботливо охраняемая природа этой страны, насколько приятны, дружественны и гостеприимны ее люди. А в сочетании с относительно небольшими ценами и приемлемым сервисом, эта небогатая страна вполне конкурентоспособна с ее европейскими соседями. Мы надеемся, что, посмотрев этот фильм, вы полностью убедитесь в этом сами. Такой отдых начался, значит. Йоник, мы делаем исход, ты видишь? Исход. Исход мы делаем. Потом снимем в конце путешествия, посмотрим, будете ли вы так же улыбаться. Такое удачное начало. Проехал, а? Круто, Йоник, а? Молодец. Мы что? Йоник, оленот мианов мне. Колбасову и этому гражданину. Прямо туда и дорога. Только неповадно было. А что, хороший подъемчик, нормальный. Оставляем велы в укромном месте. Идем пешком дальше. Пешая часть маршрута к двум Рильским озерам. Очень красивые места. Достигли цели, первой цели сегодняшнего нашего путешествия. Высокогорное озеро. Ребята переживают заставленные велосипеды. Надеемся, что все будет хорошо. Важные герои. Вы вернулись, сели на место. Посчитайте количество.
Совпадает? Ёник, может вместо велосипеда, а? Ёник, какая майка у тебя крутая. А что? И тебя мы снимем, потом проходи. Умный в голову не пойдет, умный голову обойдет. Велопоход это называется. Колбаса. А? Евгений, ты можешь сделать вид, что тебе нравится. Дядя Тома. Третьего дня. Обещаю дождь, все подготовились соответствующим образом. В конце дня планируется вот это заведение. Метров не делал подъемов. Ерунда. Просто смешной какой-то подъем. Очень смешной. Какой-то непонятный подъем. Ну, Ёник, ты гибор, для тебя это, конечно, смешной. Блюдут. Блюдут. Блюдят. Блюдят.
Ладно, бог с ним. Не важно. Я-то знаю, что я сделал. Этого недостаточно. Мы знаем, что ты сделал. На Останкинскую башню Софийскую. Вот на, как, на город. Давай. Город София. Большое ответвление от маршрута. Мы идем к Боденскому водопаду. Мы над ним. Сейчас будем под ним. Боденский водопад. Thank you.
Хорошо понемножку. Поехали. Болгария, привет! Ёник. Да, пойму, ухожу. Ну как, Ёник? Посмотрите сюда и улыбнитесь. Так. Смотри, вот на круги на воде вниз. Да, времени впритык. Ну, так там же может плавал, конечно. Здесь мы вечером заказали еду. Дай я в руку дам. Что? Давай, Ёник, давай завтрак доставай. Завтрак доставай. Смотри, как она тебя просит. На самолете, на гидроплане. Сингл будет на острове? Ёник, музычку включил, можно ехать. Теперь за тобой не угонишься на спуск. Вниз? Мне да. Нет равных. Тем более сейчас тебе тормоза подкрутили. Ёник, он уже курочки готовы. Интересно, сделали же, да, вот колесо. Для меня суп ягнёшка. Из вас одна ягнёшка. Ягнёшка. И одна варёная. Варёная картошка. Вареник? Вареная, вареная. Нет. Покажите, не вареники. Покажу. А то сейчас вареники принесут. Ну что?
Вы знаете, что древние греки разбавляли вино вообще? Потому что их вино было херово качество. Древние греки занимались гомосексуализмом тоже, между прочим. Можно подумать, что сегодня никто этим не занимается. Ну я не занимаюсь. И вино не разбавляют. Это ты на камеру говоришь? Какой-то нищий. И колесо проткнул, и тормоз сломал. Слава богу, хоть на массаже отогрелся. Мы могли бы, конечно, собраться, конечно, всем этим вот коллективом бы, хотя бы мне массаж бы создали. Мы тебе колесо починили, тебе мало? Все починили, большие дела, колесо. Не может быть. Может быть. Ты его проткнул. Нет, не проткнул. Я шел, честно, шел у него, нес, ну как он спит, зашипело и все. Агнешка. Агнешка здесь. Сейчас будет второй Агнешка. Место сводил. Хитро сводил место там. Улыбочку. Сегодня должен быть один из самых интересных маршрутов горным озерам. И спуск по очень интересной, красивой трассе. Подъем на вот это гондоле. Ястребец. Здесь как черт. Кстати, по канатной дороге тоже шиповка идет. Вот внизу смотрите, да, можно и по этой шиповке спускаться. Ты просто гибон. Гибон. Начинаем пешеходную часть подъема к озерам Мусалы. Первое такое горное положено. Опа. Ага. Снято. Наше последнее, самое высокое озеро на сегодня. Высота 2711. Вот оно, замерзшее еще.
Мы завершили пешеходную часть, осталось велосипедный спуск, и мы в машине. Как? А кому-то тут еще кайфовать. Ну кому Йоник. Мучиться? Кому мучиться? Йоник, если они тебя будут обижать, мы потом отомстим. Я не знаю, не смогу потом я живой приехать. Приедешь. Только что попытался объяснить. Иначе я живу в Софии, я преподаватель, профессор по праву. Ух ты! Преподаваю здесь, в юго-западной факультете. 10 лет тому назад накрыл мой домик маленький возле озера. И тогда я родился снова. Это настоящий рай. Не знаю, вы... как настоящий рай, но здесь очень классно. Вы суперфилософ. Теория государства и права моя специальность. Ух ты. Немножечко и философия. Профессионал. Много. О, какие люди попадаются в деревню. С ружьем философ не всегда встретишь. Забирайте. Колбасу можно оставить там, у меня обещал лишний подъем. Да. Не разочаровал. Зато сейчас не так жарко будет.
Кадр испортил. 6, 7. Подыграть. Вон час левее и вдоль узда. Thank you.
Болгария. Nice people. Lovely people. Мичу, да, купить. Лубови, Болгария. Лехаем, лехаем. Лехаем, лехаем. Ибру. Ибру. Здоровье. For life. На здоровье. На здоровье. На здоровье. На здоровье. На здоровье. На жизнь. На здоровье. На жизнь. На здоровье. Болгария. For life. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы.